Неизвестные жестоко избили аутиста на улице Труда в Челябинске. У парня забрали позолоченную цепочку, именные часы и игровую приставку. Как рассказал отец пострадавшего, парень помогал ему с ремонтом, а вечером пошел домой. В какой-то момент неизвестные выследили и напали на него. Челябинца оглушили камнем, а потом раздели, сильно избили и забрали позолоченную цепочку, именные часы и игровую приставку. По развитию парню 12-14 лет. Из-за болезни он просто не мог дать отпор хулиганам. Пострадавшего нашли под утро прохожие. Кто-то даже одолжил ему свою одежду. Вскоре о случившемся узнал отец. Сейчас уличное нападение переросло в уголовное дело. Полицейские начали расследование по статье «Грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей. Как рассказали в прокуратуре, ход расследования уголовного дела уже поставлен на контроль.